Соколовчик Эдуард Петрович. Срочно отправляйтесь во второй истребительный полк. Найдите Васильева, живого или мертвого. Я надеюсь, вы понимаете, насколько это важно. Идите, голубчик, идите. Слушаюсь. Почему Хиленко в последнем вылете оторвался от группы? Сколько раз говорить? Попал Юнкерс, дымит, уходит со снижением. Все, отворачивайте, ищите другую цель. Довести до всех вот молодых летчиков, чтобы как от зубов отлетал. Товарищи офицеры. И вам не хворать. Я так понимаю, майор Соболев, это вы? Правильно понимаете. Представьтесь, капитан. Капитан Завадский. Прибыл по особому распоряжению комиссара госбезопасности Ханик. Мне поручено найти начальника особого отдела вашего полка Васильева Алексея Ивановича. Живого или мертвого? С чего это мертвого? Так он жив? Да живее всех живых. Майор, кто командир полка? Вы или капитан? Да вы совсем, похоже, забыли устав и субординацию. Обратитесь к старшему по званию, как положено. Капитан. Полно вам, Афанасий Петрович, хмурится. Вам это не идет. Хмурится? Да вы совсем там заигрались. Сначала арестовали моего лучшего камеска, Гутмана. Хрен знает за что. Потом потеряли своего особиста. Опять-таки хрен знает где. И теперь сюда приезжаете? Нарушая устав рабоче-крестьянской Красной Армии. Товарищ майор. У меня к вам вопросов больше нет. А вас, мой юный друг, попрошу следовать за мной.